Приветствую вас, друзья! В прошлых видео я рассказывала вам о лечебных свойствах ягод и листьев земляники. В этом видео я хочу обратить ваше внимание на сок земляники. Земляничный сезон обычно длится 2-3 недели. Если каждый день натощак съедать свежие ягоды земляники, как можно больше, 2-3 года подряд, то отступят подагра, язва желудка, желчнокаменные и почечнокаменные болезни, гипертония и многие кишечные заболевания. Запущенные формы экземы лечат, прикладывая растертую на льняной ткани спелую землянику. Через 3-4 дня пораженные места очищаются от струпьев, высыхают мокнущие участки. Особенно ценятся ягоды земляники как средство, растворяющее камни в печени и почках. Сок из свежих ягод земляники рекомендуют принимать натощак при нарушении обмена веществ, остеохондрозе, обменном полиартрите, гастрите с пониженной кислотностью желудочного сока, холецистите. Великий ботаник Карл Линней излечился от подагры, употребляя большое количество ягод земляники. Как приготовить сок земляники? Хочу поделиться с вами тремя рецептами приготовления сока земляники. Ягоды земляники измельчите в блендере, а затем процедите смесь через марлю или сито. Также можете приготовить подслащенный сок по такому рецепту. Промытые ягоды уложите в эмалированную мисочку, пересыпая слои сахаром. 0,5 кг сахара на 1 кг ягод. Оставьте в холодном помещении на 8-10 часов. Образовавшийся сок слейте. Для заготовки сока впрок ягоды земляники варите в скороварке в течение 50 минут. Полученный сок налейте в кастрюлю и подогрейте до температуры 80-90 градусов. Горячий сок перелейте в подогретые стеклянные банки и закатайте. Народный опыт применения всех частей земляники свидетельствует о том, что земляника обладает самыми разносторонними свойствами – противовоспалительным, ранозаживляющим, патогонным, мочегонным, кровоостанавливающим и вяжущим. Но особенно важно то, что земляника отлично регулирует обмен веществ, полезна для профилактики атеросклероза и улучшает состав крови. Ягоды и настой надземной части земляники с цветками принимают при общей слабости организма и малокровии, для лечения атеросклероза, гипертонии, неврастении, бессонницы и как средство, улучшающее работу сердца. Благодаря богатому содержанию витаминов и антоциановых соединений, земляника считается протекторным средством, защищает от радиационного повреждения. Сок из ягод земляники и раздавленные ягоды обладают противовоспалительными, обезболивающими, ранозаживляющими действием. При наружном применении эффективны при экземах, сыпях, небольших ранах и при подагрических артритах. Будьте здоровы! Не упустите время земляники. В этот сезон заготовьте ее сок. Ставьте мне лайки и подписывайтесь на мой канал. А я буду радовать вас новыми видео. До следующей встречи!